Я прыгал по снежному полю, было совсем светло, потому что сияло северное сияние, и вдруг увидел, летит снежная королева. Она разговаривала с мальчиком. Это был Кай. Так звала его королева. Отпусти! На спину, и я довезу ее до самой границы владений снежной королевы. Там моя родина. Довольно! Отпусти! Довольно! Наговорились! Пора спать! И ты ложись! Я не в силах с тобой расстаться! И не смей на меня так жалобно смотреть! Понимаешь, я к тебе привязалась. Все, спокойной ночи. Я снежная королева,
Ничего не могу сделать, чтобы уничтожить тебя. Советник, он же тролль, Кореев Егор.
на стихи Маршака, которые мы совсем недавно с вами выучили. Остаемся все на своих местах. Свой салют 12 раз.